Целевая аудитория. Целевая аудитория – это аудитория, которая потенциально больше всего заинтересована в вашем продукте, в вашем сайте, в вашей услуге, в вашей группе и в вашем приложении. Например, если вы торгуете детскими товарами, например, колясками, то ваша целевая аудитория будет молодые мамы. Чем лучше вы подберете предложение для конкретной целевой аудитории, тем лучше целевая аудитория будет реагировать на ваше предложение. Иными словами, детские товары лучше будут покупать молодые мамы, нежели, например, мужчины, увлекающиеся тюнингом автомобилей. И наоборот, молодым мамам практически не будет интересно купить новый глушитель или затонировать автомобиль. Помните, предложение должно подходить целевой аудитории, и целевая аудитория должна подходить предложению. Чем лучше и правильнее вы таргетируетесь, тем больше кликов будет, а следовательно и больше будет продаж.